Я пригадую, коли до вас вперше прийшов ваш наступний підопічний. Він сказав, що відчуває себе гидким каченям. Вдалося вам виховати із нього прекрасного лебедя? Он никогда не был гадким утенком. Это какое-то просто глупое недоразумение. Он был всегда хорош с собой. И он всегда был красен. Это самый младший член моей гвардии. Самый юный, но не значит самый хлипкий. Модный, современный, продвинутый, симпатичный, дерзновенный, иногда протестующий и прекрасно поющий. Таков мой Женя Шпаченко. Встречайте. У меня был один вопрос. Что я здесь делаю? Все такие сильные. Я ничтожество. Не уверен, да, что пройдешь. Тут бац и проходит. Дарю тебе, да. Естественно, вот там где-то в спинном мозге, не знаю, откладывается опыт. Прошел, значит, не все так плохо. Я пока действительно определенно не могу сказать, вот, кто я на данный момент. Какое-то, мне кажется, вот серединка между тем, что было, и тем, что хочу. Здравствуйте. Красивый, такой прям как настоящий вообще гонщик. Я очень хочу, чтобы ты обрел уверенность в себе. Спасибо большое. Я за тебя поболею. Давай, Женечка. Не хочется уже какой-то кокон заворачиваться в все. Я вижу себя в Жене сегодняшнем. В 19 лет я был таким же, как он сейчас. Хороший парень. Вот хороший такой, надежный. Браза, значит, ты первый раз и так гарно впорався с картами. Я тебе вважаю так само впоратись гарно из спочатку першим випробуванням, першим прямым эфиром. Дякую. Побачимо. Побачимо. На сцене. Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте! Какая красота! Старые друзья встречаются вновь. И новые. Как настроение? Хорошо, боевое. Боевое. Это самое главное. У меня тоже боевое. У тебя есть право на протест в этой ситуации. Только протестуешь ты, знаешь, так, наотмашь, не по-пацански. Это, ну, мой личностный протест будет в этой песне против всего того, что мне не устраивает сейчас. Женя Шпаченко. Кто это? Я причем видел несколько раз и забыл. То есть что ему сделать для того, чтобы я не забыл о нем? Не знаю. Нам надо ворваться в эфир. Это ворваться. Да. Ворваться, чтобы... Ой, надо же, а вот такой парень, а мы его как-то не разглядели поначалу. Я хочу. Если у меня получится действительно ворваться, значит, я на правильном пути.